spammer this. Железо. Так, сейчас соберем. И тут я кое-что вспомнил, что тут можно делать механизмы. Нужны шестеренки и еще что-то. Только я не помню что. Вот. А если я оставлю, то я буду пытаться что-то придумать и сделать. И у меня уйдет на это очень много материалов. Это что? Это вот что такое белое? Обязательно нужен этот переводчик. А то я никак не смогу тут разобраться. Так. Кстати, забыл вам сказать, если хотите очень много материалов найти сразу и в большом количестве, то ищите лучше пещеры. Юра, вот это я знаю, что за зеленый. Это уран. Уран 235, это я знаю. Все то, что я знаю, что это уран 235. Я его нашел. Так он не ломается, походу. Каменной киркой надо железной потом прийти. Тут автошахтер еще есть. Я про это забыл. Это тоже не ломается этой киркой. Ну, пока я железо тогда пособираю. Пофармлю железо. Так, уже утро. Сказал. А так надо мне посмотреть, что вообще это. Тут, похоже, и опилки еще можно делать из досок. Потому что из досок больше ничто и не сделаешь, кроме опилков. Так, соберем угля и, думаю, пойдем. Мне железа пока хватит. Я себе сделаю инструменты и так далее. Хотя я хочу, мне интересно спуститься. Очень интересно, что там же есть. Может, там будет алмаз или куча железа. А нет, я еще тут не был. Сейчас пройдемся. Нашел железо. Мне чуть-чуть по-чуть не нравится то, что тут очень много разных материалов в этом моде. Надо его удалить, что ли, тогда. Вот так. Убить пока я не буду. Убрать. Эх. Мне бы сейчас железо, а железа у меня уже много. Все-таки надо
надолго, чтобы железо перерабатывать. Сама цепь кирка, и я пойду домой. Так, и соберу нефть, или как оно там называется-то. Даже понятия не имею. Так, я думаю, мне хватит. А хотя... Всё, кишка сломалась, можно идти. Так... Я заполнил свой туннель, и сейчас мы выйдем. Или, по крайней мере, должны... Все, я знаю, где. Куда идти теперь. Вот сюда. Так. Ура, я глину нашел. Это очень хорошо. Так, это глина, что ли? Ее так много. Очень странно. Что глины так много? Нет, это не глина. Блин, что же это такое? У меня вопрос такой. Так, я думаю, подниматься по нефти не буду. Лучше так попробую как-нибудь забраться. Я должен попробовать это смочь, потому что у горы должен всегда быть подъем легкий. Я, походу, нашел, ура. Так. Сейчас будем... железо. Так. Надо сделать больше печей. Чтобы сделать кровать. Ура! О нет, я эндермена нашел. Если у меня сейчас сломается меч с этим мобом. О нет. Плохой эндермен, плохой. Эх, мне не посчастливилось, и жемчужины не было.
нас есть по чуть железа. Так, будем тут все хранить. Надо немного поесть. Я думаю, на этом будет все. Сейчас доплавится только железо. Я пойду. Помимо того, я еще буду работать, когда не буду снимать видео и фармить, чтобы вам показывать механизмы и так далее. Так, тут сюда вот так вот. Да, она перерабатывается. Это хорошо. Так. И это переработаю. Похоже, это бронза, что ли, или нет? Эх, переводчика нет, все плохо. Так, сейчас я попробую посмотреть, как делается шестеренка. Тоже электрическая печь. Ну, сейчас посмотрим. Так. Нет, обычная печь. Сейчас проверим. Так, чтобы сделать такое. Интересно чуть-чуть стало. Ладно, сделаю блоки, чтобы удобнее было хранить железо, чтобы оно место меньше занимало. Так, 5 блоков, и из этих еще я могу сделать инструменты. Эх, я про палки чуть-чуть забыл. Так, жаль на свинину. Так, потом надо посмотреть, что. Ну, я думаю, на этом все. С вами был Кабан. До новых встреч.